Гони его, догоняй. Здесь был. Вот он с луком. Вижу. Козлина. Лобан, блин. Подожди-ка, ключик от хатки есть. А, слушай, погоди, я все ключи заберу у него сейчас, минуту. Так, главное, чтобы меня не убило. Я пойду к хатке, сейчас, может, выйти. Так, башмаки нормальные. Ребята, короче, лутайте. Я ключи забрал. Где? Давай. Зал. Вышел, наверное, сзади из дома, с задней двери. Конечно, это ржака. Ой, лалка. Молодец. Так, шкаф очищаем, да? Очищаем шкаф? Да. Так, забегаем, ребят. Он сдох, он сейчас появится, наверное, в спальне. Дакс, мне надо быть готовым. Сера есть. Ни хрена больше. Короче, чувак от безысходности выполз отсюда. А чё, слышишь, давай сейчас это, выйдем, ключи-то у нас, вот, появился. Так, ладно. Давай шкаф это, авторизуемся. Он в шкафу. Он всё забрал, короче, в инвентарь себе, походу. Испалился. Так мы это, мы долбили, мы даже не слышали, как дверь открылась. Ну я ж смотрю, блин, что в красный. Он бегает там. Все забрали, Дэн? Ну, 800 металлических фрагментов. Еще что, ну вообще что путное было? Так что, я не знаю, я замок могу это. Так, ну. Я буду долбать. Кого? Матрас разломаем его, да? Да, че. Можно было поставить, он бы заселился потом здесь. Не выходил, не выходил. О, он нам сообщение оставил. Да, я видел. Какое? Прочитай. Ну, он нехорошее. Ничего нету. Нафига не репер бенч строят? Он все подропал. Он все забрал с собой. Так, а вы лупнули его? Да, я уже помню. Так, но у меня ключа от одного не было, от одной хаты, ну от одной двери его. В принципе, у него ничего не было купно. Ладно, выбегай. Фрагментов металлических. Ну хоть что-то. Выбегай, я закрываю дверку. Серый 168 проработанный. Ключи выбрасывать? Так, да все. Можешь в воде вон ящик поставить и ключик. Сейчас сделается ящик. Так, и выйди внутри. Не, я выбежал уже. А что, все, трупак его пропал? Ох, холодно. Здесь он был. Труп, кстати, пропал. Ага. Не, вот он труп. Там у него ничего там нет, он бандаж сейчас возьму себе, перевяжусь. Кровь, которая пока ни для чего. Ну, по сторонам смотрите, ребят, он что-нибудь зарандомится. Что, идем, оставим все. Сейчас я ящик поставлю, подожди. Вот за тем камнем. Мало ли. Шкаф я почистил. Теперь такой же, как я. Я не негр теперь. Да, кстати, не знаю. Каким хреном ты теперь не негр? Я тоже хочу быть белым. У меня теперь лицо злое. Раньше улыбка была. Так, я подзамерз малость. Ну все, побежали, да? Давай. Ну я, кстати, слышал, что админы...